Кабердяев Юрий Иванович, художник-каллиграф, также художник-дизайнер ценных бумаг. Вот, это две таких моих основных работы, два вида деятельности, которые у меня как-то так вот по жизни чередуются. Каллиграфией я занимаюсь давно, но еще с армии, то есть 77-78 года. Вот. Потом в 79-м я учился этому уже более серьезно, в 79-м, и потом еще несколько раз проходил там курсы обучения разные. Поскольку работал шрифтовиком раньше, в докомпьютерную эпоху, все плакаты, все вывески, там, таблички надо было писать вручную, то это было актуально для любой области, да, тут, где бы ты ни работал, везде нужен всегда шрифтовик, который будет вот писать такую текущую информацию или рекламу. Вот сначала я работал там в НИИ по авиамоторам ЦАМ имени Баранова, потом перешел в филармонию, где писал рекламу концертную. Вот. Это, конечно, очень большая практика, и там ты каждый день, значит, работая пером, ты приобретаешь, в общем, очень такую разностороннюю, ну, опять же, практику, извините за тавтологию. И рука уже приобретает такую уверенность, и когда ты этим интересуешься серьезно, ты начинаешь как-то так изучать более серьезно, ну, сначала разные виды письма. Потом очень быстро приходишь к тому, что надо вот выяснять, откуда что берется. Вот, и я перешел к изучению исторической каллиграфии. Каллиграфия, почему, например, я ей занимаюсь? Да, ну, потому что мне ничего другого не нравится. Да? То есть я методом исключения, я, видимо, пришел к этому, потому что учился я в Бауманском, вот, на нормального инженера по самолетом, то есть все это было интересно, все это было здорово, но потом я понял, что вот писать я люблю больше, писать я могу всегда, писать люблю всегда, вот, что-то такое. Ну, так получилось, что у меня на самом деле два больших интереса, это вот письмо каллиграфическое и ценные бумаги, то есть вот та высочайшего уровня графика, которая используется на ценных бумагах, она тоже меня очень сильно цепляет. Вот. И, ну, почему я об этом говорю? Потому что, поработав в свое время, вот, попав на Газнак, вот, поработав и пройдя там хорошую такую крепкую школу, я понял, что есть много таких, скажем, моментов, которые могут сочетать в себе и технологии ценных бумаг, и каллиграфию. Благодаря музею каллиграфии, да, благодаря вот этому старту, вот этому импульсу, я, конечно, очень сильно продвинулся, как в известном мне письме, да, каллиграфии, так и в совершенно неизвестном мне преподавании. То есть я представить не мог, что я буду этим заниматься. Но вот так получилось.